Ароматный чай и теплая атмосфера помогают забыть о холодном ветре за окном и побеседовать о самом важном. Глава города и председатель гордумы обсуждают с почетными гражданами судьбу Самары. Эти люди уже доказали своим примером, как нужно любить свой город и работать ему во благо. Потому их мнение так важно для первых лиц Самары. Сейчас я скажу, что улучшилось положение. Почище, здесь больше цветов. Вот едешь и смотришь, и травка скошена, и, в общем, ну как-то все лучше стало. Но тем не менее, все равно он какой-то бедный город. Я хочу, чтобы он сразу выделялся. Олег Фурсов рассказывает, он и сам очень болеет за внешний вид города. По его поручению в структуре администрации управления архитектуры выделяют в отдельные подразделения. В каждом районе будет свой архитектор, чтобы фасады выглядели аккуратно и гармонично, а цветочные клумбы радовали глаз. Мы договорились с главами, что каждый из них составит такую карту дефектов по своему району до мельчайших подробностей. И на основе этой карты будет выработан план мероприятий, разбитый там календарно, с указанием ответственных, и потихонечку начнем ситуацию это выправлять. Глава города рассказывает почетным гостям о работе, проделанной за год. А председатель гордумы Галина Андреянова о том, как работает депутатский корпус. Среди народных избранников многие впервые занялись законотворчеством. Она просит поддержки в этой работе у почетных граждан. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились своим опытом и передали этот опыт по взаимодействию с жителями, по работе общественных приемных нашим сегодняшним депутатам. Они готовы все это взять. В завершении встречи общие фотографии и договоренность встречаться регулярно. Марина Матвеевна, Станислав Левин, события. Спасибо.